тапочку мою. Лапочку. Да, рыбок, ты ему лапочку. Spirit me away. I had a vision by the riverside today. Тетюшечка, загни верхнюю губу. Ебать, у нее зубы там большие, голову откусит нахуй. Ну все, наверное. Давай я тебе еще вот так сниму. Ты же делаешь. Давай вот так еще. Так не надо. Я дурачок. Она смотрит на нас. Вот так. И смотрите на Максима, улыбайтесь, Ксюшка. Ну так. Yeah. И улыбайтесь. Чиз. На-на-на-на-на-на-на. Девочки застыли так. Я думаю, улыбайтесь, как будто вы сделали. Забавно. Максим, возьми хлебушек. Пусть они летят ко мне. Сделай так, чтобы они бегали. Поэтому так этот хлебушек и кинуть сюда. Эй, мяу-мяу-мяу. Эй, мяу-мяу-мяу. Вообще-то их водоросли. Эй, Аня. Что? Я фотосинтез. Или крот-крот-крот-кошка. Или крот-крот-крот-кошка. Или флот-пипар. Ультрафиолет! 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 Лет! Ультрафиолет! Ультрафиолет! Она, ей не 20 лет! Она ультрафиолет! Блять! Потому что я знаю. Ты же знаешь, что я знаю? Да. Я все время все знаю. Она меня реально пугает. Она вот, не знаю. Би! Я тебя пугаю. Би! Кириешки. Я рыжик. Я сделал свой выбор. Меня гладит хозяин, а тебя нет. Я наступил на крапиву. Ай-яй-яй. Накопать вот этих цветочков. С корнями. Я, короче, ногу обжег крапивой. Ой, как же тебя откопать-то, дорогая моя? Ай-яй-яй-яй-яй. Это, короче, максимум, на что я способен. Вот. Куда? Че, красавец? Че ты? Ай, ног, тень-тень. Бимочка. Бимочка. Это, Форест. Да. Ми. Добро, добро. Это я на фоне моря. Короче, проснулся, ночью проспался несколько раз, заколебался нафиг. Это ощущение, когда спишь и волны гремят. Это вообще, во! Короче, сейчас рисую, сейчас ветер. Меня мама звала гулять, а я что-то не хочу, потому что я рисую, мне нравится. Прям вроде похоже выходит, да? Вон. Пока недоделанное, мне еще много здесь работать. Ну, короче, вот так вот. Короче, практически дорисовал. Во, вот так вот. Вот так вот, да. Посмотрите, какая красота. Блин, вечер. Капец. О, да, лей. Вливай. Jesus. Вливай. Jesus. Такая красота, реально. Вот это, вот сегодня вот был прям, не знаю. Я попал в рай, хотя не должен был туда попасть. Шестьдесят девять. Кушать! Ай, тут-то я кушаю. Я настолько уже, то что от своей скукоты и одиночества я придумал себе путешествие.
Там было много преград, которые я не преодолел, очень сложно. Ради того, чтобы найти святую ракушку чистую и святые источники, что-то типа этого. Надо вот так вот делать, набрать святую ракушку святой воды и святого источника и что-то сделать. Я еще не придумал что, но, наверное, загадать желание и выпить. Мох. О, наслаждение. Вот. Поэтому давайте загадываем, загадываем желание вместе. Я набираю заново святой воды в святую ракушку святого источника и капаю эту воду. А вы вместе со мной загадывайте желание. Давайте, 3-4. О, желание. О, желание, 3 раза. О, желание, еще один. Да, да. Короче, мы собираемся пойти вон туда. Ня-ня-ня. Это я на фоне дуба. Слендермен. Здание. Я хочу спросить. Игра начинается. Ой. Ну сейчас мне реально страшно. Здесь темно просто. Кто ты, говорю? Кто ты? Боже, я тебя боюсь. Тьюториал, как выкидывать моллюсков заново в море. Но они же мертвые. Им же надо где-то похороны устраивать. Я вот у них здесь похороны устраиваю, вот. Оп! Опля! Да, давай. О! Да! Да! То, что нужно. Дорогие друзья. Чебуреки, блин. Вот чебуреки. Смотри. Летают на. Здравствуйте. И я хочу представить вашему вниманию малышку Сьюзи. Это малышка Сьюзи. Фокус. И она все еще жива. Она вырастет, и в ней будет много-много маленьких жемчужинок. Да, малышка Сьюзи? Бочковая игра. Мне норм. Я уже, наверное, за все эти выходные весь альбом изрисовал. Вот реально. У меня здесь уже мало места осталось. Придется новую покупать. Не знаю, показывать вам или нет, что я рисовал. Вот это я сейчас рисую. Видно, нет? Не знаю. Потом. Сейчас начнем. Короче, вот. Алиска. Вот, ребят. Уже, получается, второй месяц идет нашего лета. И поэтому, как вы провели этот месяц, который прошедший? И как, что вы собираетесь делать еще? Мама идет. Че? Перестаралась. А где зажигалка? У меня. Давай. Да. Перестаралась, нарвала целую гору там этих. Shut up. Короче, сейчас сижу, рисую, себе поставил натюрморт. И, короче, выглянуло солнце. Йоу! Солнце, блин. Наконец-то. Сейчас пойду что-нибудь делать на солнце. Сейчас дорисую. Сейчас, короче, искупался. Да, в море. Да-да-да. Жара, наконец-то, опять после этих дней облачных. Наконец-то солнце. Короче, мы уже приехали, я уже день как дома. Вот, и мы завтра опять уезжаем на 2 дня. Ну, я мог не ехать, но... Потому что я, когда поехал на море, взял с собой фотоаппарат, 2 фотоаппарата, один вот этот и другой большой, нормальный. Чтобы делать красивые фотографии. Не то... Не... Максим
поставил все на зарядку и забыл батарейку от большого фотоаппарата. И не сделал ни одной красивой фотографии, потому что на этот нормальных фотографий не сделаешь. Вот. Поэтому я еду еще на 2 дня и буду делать фотографии. Пока. Ха. Shut up, shut up, shut up.